Сынок, а ты сделал уроки? Да, пап, я закончил уроки. Карта сокровищ Сэма. Мне бабушка в детстве тоже читала сказки про пиратов. Ага, там что-то про пиратов. Сэм, прыгая с одного сундука на другой, еле достает сверток. Но сверток выпадает из рук и летит в сторону горящей свечи. Сэм немного испугался, подумал, что может случиться пожар. Но вдруг возле свечи он увидел что-то похожее на карту. Сэм немедленно побежал к капитану пиратов. Увидев карту, капитан был очень удивлен, ведь про нее ходили легенды. Вот так они нашли очень много золота. Вот это богатство! Папа, мама, давайте вместе почитаем.